Сегодня наши девушки создали команду в помощь невесте во имя возврата похищенной туфельки. Похитители смотрят внимательно, как гости участвуют в конкурсах. Ну и помогают наши свидетельницы, которые автоматически становятся капитаншей команды. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 человек, 9 предметов в свадебном зале. Вы находите их. Их здесь огромное множество. 9 предметов я загадаю. Думаю, найдете. Приносите их сюда, по одному стулу мы удаляем. Садиться можно не на свой, на любой, какой видите. На любой. А вот сейчас скажу, допустим, бутылку. Значит, бутылку каждая хватает, сюда бежит, а стульев уже на один. Так, каблуки снимаются, все, пошла подготовка. Хорошо, шутки в сторону. Итак, наши девушки отправляются в зрительный зал. У каждой в руках, как нельзя, самый простой предмет. Мужские часы! Оп! Свободен, не свободен, на любой. Оп, 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 оп. Свидетельница, мы за вас болеем. Давайте сюда быстрее, так? Вот свободное место. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подарок, дайте подарок. Дайте подарок. Так, я вижу, у нас здесь сегодня и роллексы, и сейфы, и электронные часы Монтана. Так, девушка, вам за участие покемона самого, или это не покемон, там я не знаю, кто, в общем, покемон тут будет, так. Так, часы вернете мужчинам, когда побежите за вторым предметом. Хорошо, да? Говорите, какой предмет. Наши девушки отправляются в зрительный зал. У каждой в руках мужская туфля. Наши парни сегодня с трудом и с радостью расстаются со своими аксессуарами. За свидетельницу болела всей души, но не хватило сотой доли секунды. Дайте, дайте подарок. Да, это считать, учи считать называется набор. Так, и часы не забудьте вернуть мужчинам, а то потом начнется. И туфельки в следующий раз. Добычиц все меньше, предметы все сложнее. Наши девушки отправляются в зрительный зал, у каждой в руках мужской галстук, либо бабочка. А вот еще местечко есть. Одно единственное осталось. Я за вас болел. Браво, браво. За вас я тоже болел, но так как я за вас очень сильно болел, вам и сильно большой красивый подарок. И бабочка у вас просто прекрасна. Так, мужчины, смотрите, не подкачайте. Девчонки стараются. Я не знаю, что будет дальше, но дальше будет что-то с чем-то. Для разминки и просто для упрощения конкурса в руках у каждой девчонки самая обыкновенная пластиковая бутылка. Матрешкин, что не хватило кока-колы, пепси-колы и прочего? Подарок, подарок, еще одна леди, выбывая с нашего конкурса. Как на удивление, такой вот простой предмет, обычную бутылку, но не смогла найти. А тут, знаете, был особый подвох. Пятеро. Пятеро добычиц выходят в финал, соревнуются, и у каждой в руках мужской ремень! Так, четвертая, маленькая, давай, маленькая моя, ай, молодец! Вас опередила даже юная участница. Это значит, что ремешочек из парней уже кто-то подготовил, отдал, не стесняясь, и она у нас дарит вместе со мной вам подарок и благодарит за участие в этом конкурсе. Наши девушки, красавицы, раз, красавицы, отправляются в зрительный зал, и у каждой девушки-добычицы в руках самый простой свадебный предмет для разминки – свадебная салфетка! Не хватило. Хотя, это какой-то такой супер-киндер-сюрприз там такой. Все, три финалистки. Стоп, маэстро, музыку. Я задумал самое-самое такое, что может быть, я не знаю. В руках у каждой из наших добычиц мужская рубашка! Папе! Папе аплодисменты! Где еще один молодой человек?
человек, слушай, вот он. Ёшкин, матрёшкин, ну ладно, молодёжь, но папа-то, папа просто молодец. Не постеснялся сегодня. Всё, иду ва-банк, потому что одна единственная леди должна оказаться здесь на стуле. Я не знаю, кто это будет, то ли юность, то ли зрелость в руках у наших добычиц. Мужские брюки! Молодой человек, подойдите к нам сюда, вас снимают все фото-видеообъективы нашей свадебной вечеринки и хотят запечатлеть вас вместе с нашей победительницей, и аплодисменты для нашей пары. И подарки.